И вот пишет мне письмо бывший казахский немец. Я живу в Берлине, пишет он. Стал настоящим немцем, иду утром на работу. Толпа немцев стоит на красный свет. Машин нет, я давно перешел, я уже немец, и мне стыдно. Но самое поганое, пишет он, что я понимаю, что светофор испортился. Эти дурни, пишет он, стоят, и я стою, козел. Чувствую себя полным придурком, но стою. Вдруг слышу сзади голос русский со скопившейся толпой этих немцев. Да в рот вам ноги! И с семимильными шагами мужичара конкретный прет через мостовую. И немцы переглянулись и пошли за ним. Мужичара оглянулся. Я требую свалить гордость за наших. Сплюнув сказал, да блин, тяжело вам без фюрера живет.